Знаете, вот я ленинградец, я не петербуржец, я ленинградец, я родился в Ленинграде. И у нас на Невском, в самом его начале, сохранилась замечательное на синем фоне еще времен блокады объявление: «Граждане, эта сторона улицы при артобстрелах наиболее опасна». Вот, понимаете, можно было на эту табличку и на те, которые таблички, а их было полно тогда в Питере, у меня все-таки мама и сестра, и брат прожили там блокаду, можно было на это не обращать внимания и смело ходить по той стороне, куда прилетит снаряд или не прилетит. Но если он прилетит, то кто будет виноват в том, что тебя убьют? Тебя предупреждали. Вот и все. Тут все очень просто. Можно раздувать щеки, кричать про плохое ЖКХ, про плохие, так сказать, дороги, про плохое обслуживание, про там реагенты, воровство чиновников. Все правильно. Но только ни чиновник, ни Собянин, там, ни Путин, никто не будет лежать в больнице, если ты сломаешь ногу. Сломаешь ногу ты и ляжешь в больницу ты. Вот если тебе на это наплевать, то ты можешь из больничной койки кричать, так сказать, «Долой, даешь, там, ЖКХ, Собянин, где твои, так сказать, таджики, почему их мало», ну и так далее, и так далее, и так далее. Но все это бред, потому что ты будешь лежать и писать под себя. Вот уж выбирай: женщину, религию, дорогу.